На этой грозди будет примерно килограмм 200 ягод. Более 15 лет Олег Курдыбахов выращивает виноград. Научился этому от отца, который занимался промышленным разведением ягоды. На участке Олега 72 куста и более 20 сортов. Уже с середины лета он начнет каждый день лакомиться виноградом. А осенью будет делать варенье и домашнее вино. Листья тоже пойдут в дело. Например, на долму. Кавказский аналог голубцов. Есть очень хороший рецепт вина из виноградных листьев. Поэтому вся листва у нас не выкидывается, у нас она идет либо на долму, либо на вино. Для Зауралья разработано более 300 сортов винограда, но выращивать его целая наука. Земля у нас холодная, поэтому сначала саженец надо посадить в емкость. Корневая система будет хорошо прогрета, она очень активно будет разрастаться, заполнит всю емкость. И через 2-3 года этот саженец можно уже взрослым пересаживать в открытый грунт. Если саженец сразу высадить в открытый грунт, мы вот такого результата не получим. Мало того, уже на следующий год после посадки с этого куста винограда можно собрать первый урожай. Главное, чтобы емкость была высокая, потому что корни винограда растут вниз. Пересадить куст можно как в теплицу, так и на открытый грунт. Все зависит от сорта. Вместо грядки надо сделать вот такую траншею. Виноградную лозу нужно всегда направлять вверх. Поэтому виноградари устанавливают вот такую конструкцию. Она называется шпалера. Высотой шпалера должна быть не выше 2 метров, иначе вам будет неудобно собирать урожай. Олег каждый день подвязывает лозу. За лето на это у него уходят сотни метров веревки. Его саженцы покупают через интернет по всей России и даже за границей, в Америке и Германии. Стоимость одного колеблется от 150 до 2000 рублей. У тюменцев интерес к этой культуре проснулся в последние 3 года. Зимой виноградаря пригласили читать лекции на курсах школы садовода. Было у нас 11 слушателей этого курса, поэтому люди получили все основные знания, все основные практические даже навыки по выращиванию этой культуры. И в конце курса получили вот такие методические пособия, в которых освещено все вопросы. Бояться винограда не стоит. Да, он требует ухода, но зато отдача в виде богатого урожая и качественного продукта вас сильно порадует.